Этот православный христианский праздник занимает совершенно особое место в иерархии церковных торжеств. Этот день еще именуют праздником в праздник, подчеркивая исключительное значение Пасхи в жизни церкви. Светлому Христову воскресенью предшествует Великая Суббота. По уставу православной церкви именно в Великую Субботу после литургии совершается освящение пасхальной снеди. В Александро-Невском и Богоявленском соборах города Кургана освящение будет совершаться в субботу 7 апреля с 12 до 18 часов. В этот же день в 23 часа в храмах начнется пасхальная полуночница и затем крестный ход, а в полночь светлая заутренняя литургия. В воскресенье 8 апреля в 15 часов в Богоявленском соборе Кургана состоится Великая Пасхальная Вечерня, во время которой будет раздаваться благодатный огонь, доставленный из Иерусалима. Затем от Богоявленского собора начнется праздничный крестный ход. Торжественное шествие пройдет по главным улицам Кургана до Александро-Невского собора. Здесь, на территории храма, будет организован праздничный концерт и обустроена полевая кухня. У каждого желающего есть возможность стать сопричастным к торжеству Христова Воскресения, чтобы в полной мере ощутить и разделиться всеми великую пасхальную радость. Алла Маковеева, Наталья Шеплицова, Сергей Касьянов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».